Ребятки, всем привет, с вами Александр, Monster Legend, да, вы просите Monster Legend, вот вам Monster Legend. А мы сейчас давайте просто так, секундочек, парочку посмотрим на это фееричное представление. Эти, короче, червяки, жесть, какие смешные. Надо сюда, наверное, третьего поставить, чтобы посмотреть, как они втроем будут лазить. У меня их, по-моему, как раз три и на данный момент есть. Так, или уже нет? По-моему, здесь был у меня червячок такой. А, черт, он уже большой, он уже не такой прикольный. Так, ну ладно. А сегодня у нас, ребятки, будет на прокачке Клектус. Это у нас монстр, который сейчас присутствует в подземелье. Он типа самый там последний. Ну, он, как по мне, то ничего особенного себя не представляет. Но мы его сейчас с вами качнем. Так, сюда. Нет, мы сюда не хотим. У нас есть отдельное место. Выглядит ужасно. Его можно запихнуть в... Да. Кадр получился неудачный. Не в обитель зла. The Evil Within в игру такую, знаете? На компьютере. Вот туда вот такое страшилище можно запихать смело. Так, давайте сейчас мы про него прочитаем. Это живой кошмар. Влезаем и в разум других чудищ, так, и высасывает из них всю радость. Так, да, Рождество — самое счастливое время года, для него настоящий праздник. Высасывает всю радость, ну понятно. Так, и суперудар у него — резня Клектус. Одолевает всех врагов, есть шанс, что они будут мгновенно уничтожены. Интересно, какой шанс? Ну, кроме жизни, у нас, в принципе, показатели все в порядке. Так, у нас там главный носитель конфетки. Так, а как он передвигается? Что у него там с лапами? Ну, как-то очень странно у него способ передвижения. Так, он у меня соточка. Ему рекомендуют поставить что-то на силу. Давайте мы что-нибудь на силу ему поставим. Ну, вот так вот. Ну, погнали знакомиться с ним на Monster Wiki и качать. Клектус — легендарный монстр мрака, максимальный уровень 100, и силушка у него богатырская — 3509, ребятки, жизни, конечно, по-бомжатски. Всего лишь 22 тысячи и скорость, да, вполне себе достойная — 3465. Шустрый монстр, сильно бьющий. Итак, суперка 5%, ничего особенного нет. Естественно, слабо против стихии света. Ну и погнали по ударам. Группа 1. Челюсти Клектуса, если я не ошибаюсь, 30 сила удара и крадет 50% жизни. Крадет в свою пользу или нет? Ну, вроде бы. Если крадет, значит в свою пользу. Так, дальше у нас темные творения, можно так перевести. 35 с кошмарами по одному. Тоже по одному. Так, Black Energy переводить, думаю, не надо. Одинарный удар силой 40. Клектус G.O.B. Да, не знаю, как переводится G.O.B. Но, в общем-то, крадет жизнь 50% и сила удара 50. Этот удар, думаю, стоит брать. Так. Ночные критеры. Ну, это какие-то существа. Мультик по всем с кошмарами силой 30. Возможно. Так. Какая-то у нас там сила. Вау, 60. Стоит брать. Думаю, вот эти два стоит брать. О, нет, даже вот этот стоит брать. Смотрите. Клектус Лацерейшн. Сила удара 60 и кража жизни 50%. Ё-моё, он неубиваемый. У него три удара с кражей жизни. Дальше потом мультик по всем 45. И сингл. О, ну вообще вот этих вот три можно брать. И вот этот, в принципе, можно взять. Мультик. Ну, в принципе, вот и очень похожие удары. Ну, конечно, тут 70-60. То есть вот эти два однозначно брать. А еще два, ну, тут на выбор. Либо просто 45, либо, ну, мне кажется, лучше даже с кошмарами. Давайте сейчас посмотрим, что нам тут рекомендуют. Ну, и это у нас, судя по рункам, монстр Демагер.
Давайте смотреть, что у нас рекомендуют. Так, злобная сила 60, да, чистая энергия 70 по одному, а рана клектус 60 по одному и злые души, ну, 45 без кражи жизни. А у кражи жизни у нас кулдаун 3. 3, ну, на самом деле, на самом-то деле, кулдаун 3, кража жизни, вот здесь 50. Вот смотрите, 50 тоже хороший себе удар. А у нас здесь сколько? Ну, 60-70. Можно взять удар еще один на 50 с кражей жизни. Вполне себе будет хорошо. Вот вместо вот этого, например. А хотя у него кулдаун 0, не хороший удар. Ну, тогда да, тогда так все-таки. С учетом кулдаунов, то стоит, наверное, взять вот так вот. Ну, вместо мультика можно взять мультик с кошмарами. Вполне себе тоже будет хорошо, потому что... Мультик с кошмарами. Разница-то 30-45, ну 15 разница. Ну тут на свое усмотрение, ребятки. Ну погнали. Нашли мы свой. Это у нас злобная сила 60 по одному. И, в общем-то, вот, ребятки, последний наш удар на 50 уровне он нам попался. Итого, что у нас по ударам. Злобная сила. Это у нас, да, 60 по одному. Чистая энергия зла 70 по одному. Злые души, мультик 45 по всем. И рана клектуса. Кража жизни 50%. И сила удара 60. Сотый левел, давайте смотрим, что у нас по показателям. 4700 сила удара, 22 тысячи жизни, скорость 3. Ну и вообще рун куда? На скорость впихнуть одну бы. И было бы вообще шикарно. Ну что, давайте будем его пробовать. Где-то у меня было подземелечко здесь. Вот одно единицы. Ну вот это, кстати, монстр номер 6 в нашем острове. Я бы его, конечно, получил, но хрен я его получу. Очки, жесть, как медленно набирается. Ну, на моем уже уровне нереально что-то тут. Сменим команду. Ух ты, у нас тут даже есть обязательное условие взять клектуса. Вот наш клектус. Давайте кого возьмем? Таймериона возьмем. А, это у нас природа, извините, простите. И огонь, да? Ну, ладно, пусть будет так. Высосим из них всю радость. Что у нас тут? У козы есть одержимость, есть яд. Снова яд. И вот так. Так, а теперь наш клектус. Что применим? Мультик по всем. Давайте. Вот так вот ужасно выглядит. Прикольно выглядит удар. Так, ну, Гриди Драгон. Ну ладно, давай тебя съедим. Давайте про дымашки клектуса. Во, есть дэмэдж. Чудесно. А почему живой этот остался? А, у него 188. Ладно, выбросим его. Так, теперь наш клектус. Он же довольно шустрый. Так, и... Рана клектуса. Да, вот сейчас мы и украдем у кого-то 50% жизни. Плюс 2900. Полностью себя отхиляли. Отлично. Давайте сменим команду на всякий случай ради интереса. Пандакен.
Ну, Шалинар брать не хочу, она слишком жестокая. Ладно, пусть будет панда. Так, как тут у нас кого усилить? Что? Усиливает наносимый урон. Чудесно. Так, первый у нас атакует чужой. Чужой бегун оранжевого цвета. Так, а самый сильный у нас удар называется чистая энергия. Минус. Так, теперь панда. Хотя надо было матфлоу, это же у нас топчик из редких. Вот так вот и получил панда. Но у него неуязвимость к параличу и заморозке. Ну, как и у всех, собственно говоря. Так, Клектус у нас сейчас быстро порешает. Злобная сила у нас удар из второй по силе. И он против камня заходит шикарно. Ну, неплохой на самом деле монстр с сильными ударами, конечно, без всяких там бафов. Неплохо. Вполне себе нормальный, достойный монстр. Вот так вот, мы смели все сомнения свои. Так что... дают, бери, можно взять. Ну а на этом все, ребятки, до скорых встреч.